Последователи нацистов одержимы идеей реванша. Но открыто сражаться с наследниками советского народа не готовы. Хорошо усвоили уроки, видимо. Поэтому накачивают Украину оружием, воюют с мемориалами, символами, ветеранами, узниками концлагерей и даже их семьями. Не трогайте нашу святую землю. Слишком глубоко она пропитана кровью предков. И наши могилы в вашей земле не тревожьте. Не по-человечески это, не по-людски. В самом страшном сне невозможно было представить, что там, в этой братской нам стране, чудом выживший под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову. И это ваши западные элиты взрастили этого монстра, свергли законную власть, вооружили до зубов новоявленных приспешников Бандеры и Шухевича. Сделали нацизм государственной идеологией, столкнули братьев украинцев и россиян. Я что-то не вижу всех западных послов здесь, которые приходили в Хатынь, Тростенец, меня просили, чтобы их там встретил, которые были на этой площади. Где вы? Почему не пришли помолиться и покаяться? Вот ваше лицо, вот ваше нутро. Я в Хатыни об этом говорил. Я знал, что так будет. Вы тогда игрались с нами, доигрались до того, что довели до фашизма. И сейчас продолжаете свою безмозглую, глупую политику. Остановитесь и откажитесь от нее, пока не поздно. Очень хотел бы, чтобы мои мысли были услышаны далеко за пределами Беларуси, там, прежде всего, на Западе. Я хочу, чтобы вы... Народы Запада, простые люди в Париже и Берлине, в Варшаве, Нью-Йорке, Брюсселе и Амстердаме, живущие мечтами о зеленеющей Сахаре, планами спасения лесов Амазонии и накормленных детях Африки знали, что ваши деньги, очень много ваших денег, тратятся на самый обычный геноцид. Никакую Сахару вы не спасаете, никакие леса вы не спасаете, и детей вы не накормили. Вас использовали в темную, в Югославии, в Ливии, в Ираке, Афганистане, а теперь в нашей Украине. Безумные политики Европы прежде всего не понимают, что, используя сегодня фашизм, нацизм в Украине, они завтра будут бороться против него. Потому что он не может быть замкнут границами одной страны. Он завтра захлестнет всю Европу. Задумайтесь. Задумайтесь и еще раз подумайте.